Черт. Итак, дети, записываем тему урока. Простите меня, я опоздал. Ну и какое оправдание у тебя на сегодня, Грей? Я проспал, извините еще раз. Больше такого не повторится. Ладно, Грей, садись на место и записывай тему урока. Опять он спит. Эй! Рэй! 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 Чего? Хватит дрыхнуть, урок. Кто бы говорил, ты вообще опоздал. Но я же на уроках не сплю, как ты. Отстань. Все, Рэй, смотри на доску. Ладно. О, ребята, уже звонок. Итак, записываем домашнее задание. Параграф 34, номер 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Все, до скорого. До свидания, дети. Боже, я вчера такую сумку видела просто. А я хочу нарастить ресницы. Да? Ой, круто. Ты видел, вчера был футбол Португалия и Европа? Ты за кого болел? Я, конечно же, за Европу. О, чувак, я тоже за Европу голосовал. Ну что, сегодня идем на свидание? Да, идем. Чего за долбоёбы? Грей, пошли в коридор. Да, идем. Что делать будем? Не знаю. Кстати, забыла вам о себе рассказать. Меня зовут Грей. Грей Торнос. Мне 16. Учусь в школе номер 34 в 10 Б классе. Ну, как сказать, я отличник, но... Не совсем. Иногда бывает опаздываю. Этот парень, который стоит рядом со мной, его зовут Рэй. Рэй Клейтон. Ему 17, он старше меня на год. И еще одна моя особенность. Я ненавижу тусовки, вечеринки и клубы. Гулянки до утра. Я люблю сидеть дома, читать книжки с химией, смотреть научные передачи и делать домашние задания. Но есть то, что никто не знает. Я влюблен в своего друга. Грей, может, сегодня после уроков к тебе пойдем? Да, почему бы и нет, можем. Окей. О, уже звонок. Пошли в класс. Когда ты таким примерным стал? Недавно. Идем. После уроков. Как же я устал. Рэй, интересно, а чего же ты устал? Валяться на парте и нихера не делать? Это тоже трудно. Ну да. Идем. О, нет. Привет. Рэй, привет. Привет, Кристина. Так давно не виделись. Ау. Блин. Не хочешь сегодня составить мне компанию? Да, почему бы и нет. И вот так всегда. Тогда пойдем. Отойди. Прости, Грей, сегодня не получится. Да я понимаю. Иди с ним. Спасибо, я настоящий друг. Как же меня все бесит.
not show that she was afraid. But being and feeling alone was too much to face. Though everyone said that she was so strong, what they didn't know is that she could barely carry on. But she knew that she would be okay, so she didn't let it get in her way. Sometimes it all gets a little too much. Да. Мистер Торн, можно войти? Да, конечно, Нэна, входите. Мистер Торн, а вы покушали в школе? Прости, Нэна, но я не хочу есть. Ладно. Ваши очки. Так же нельзя. Что-то случилось? Да друг выбешивает в школе. Рэй, что случилось? Мы договаривались с ним пойти ко мне сегодня. А он пошел с девушкой, хотя обещал мне. Да, это неправильно. Но ничего, поговори с ним. Может быть, он образумится и будет себя вести более правильно. Ладно, я поговорю с ним. Только завтра, я устал. Ладно, до свидания. До завтра. До завтра. Ну что, спать, Рэй? Завтра, я надеюсь, получится поговорить с Рэем.